Тогда я попробую сказать, хорошо, вчера, тогда я рассказывал немножко про последовательности штурма. Теперь, соответственно, я рассказывал про последовательности штурма и возникающие комбинаторные рамки здесь с этими последовательностями. И на самом деле просто это как образец исследования того, что связано с динамическими системами. Но на самом деле есть, я приведу пример еще одной последовательности и довольно странного свойства. Давайте посмотрим последовательности первых цифр степеней двойки. 2В. Это что такое? 1, 2, 4, 8, 16. Это последнее. Я глупость написал, совсем не то. Это значит последнее. 8, 1, 3, 6, 1, 3, да, 6, 1, 2, 5, 1. Ну, просто первые цифры степеней двойки. Мы получили такое бесконечное слово. Ну, сверхслово, составленное из первых цифр степеней двойки. Первый вопрос. Первый вопрос. Такой вот. Давайте мы возьмем, как устроено свойство этого слова. Давайте возьмем подслог. Например, такое. Перепишем его в обратном порядке. Напишем 1, 6, 3, 1, 8. Вопрос такой возникает. Оказывается, это слово можно найти в последовательности первых цифр степеней пятерки. Например, возьмем последовательность первых цифр степеней пятерки. 1, 5, 2, 25, 1, 125, 6, 600, потом 3. То есть оказывается, что если мы возьмем под слово последовательность первых цифр степеней двойки, напишем его в обратном направлении, еще 3, 7. Вот сколько пар. Их 9 и их 13. Пар длины 2, 13. Хорошо. А сколько различных подслов длины 13 в слове? Это была задача турнира городов. Ответ забавен. 57. Пар длины 13, 57. Так что как вот такая задача. Вот типичная задача символической динамики одномерной. И как ее решить, эту задачу. Ну, давайте посмотрим от этой задачи. Посмотрим сейчас на эту задачу. Ну, прежде всего, кто знает, как доказать, что степень двойки может начаться с любой комбинации цифр? Да, как? Ну, надо взять логарифм. Ага. Ну, то есть, например, докажем, что 2В может начинаться с числа 65. Так, ну почему 2В может начинаться с 65? Берем логарифм, дальше. Ну, дальше берем логарифм вещатания. Ну, то есть берем логарифм десятичный, получаем n логарифмов десятичных от двойки, должно быть меньше, чем логарифм 65, но больше
больше, чем логарифм от 65, но меньше, чем логарифм от 66. Угу. То есть 2b это меньше, чем 65 на 10 в карты. А, да. Ну, мы можем взять 6.5 больше 6.6 на 10 в карты. Это означает, что 2b начинается с 65. Так? Теперь мы логарифмируем по модулю 10, по основанию 10. Получается, k плюс логарифм десятичный 6.5 меньше, n логарифм десятичный 2 меньше, чем k плюс логарифм десятичный 6.6. Вычитаем k, получаем логарифм 6.5 меньше n логарифмов 2 минус k меньше логарифм 6.6. По принципу Бяка. Увидишь Бяку, обозначь. Эту мы обозначим за альфа, эту мы обозначим за бета. Это между единицей, это между нулем. Из этого сразу следует, что k есть целая часть n логарифмов 2. Теперь, соответственно, а эта разность будет ровной частью n логарифмов 2. Это ровная часть. Получается, что n логарифмов 2 принадлежит отрезку от альфа до бета. Что это означает? Логарифм 2 – это иррациональное число, гамма. Опять увидишь гамму, обозначь. N гамма принадлежит альфа-бета, если гамма иррациональна. То есть есть такой факт, именуемый теоремой Кронекера. Если гамма иррациональное число, то ему кратные всюду платны. Это, кстати, красивый факт, но и несложный. Это, конечно, каждый юный олимпиадник это должен знать, это полезно. Но вот, собственно, кстати, иррациональность логарифма 2 все умеют доказывать десятично. Как это доказывается? Очень полезное упражнение. И главное, несложно. Это редкий случай, как доказательство иррациональности совсем несложно. Вот это мы доказали, что подслов длины 1,9, потому что любая комбинация цифр встретится. Это, кстати, задача Гельфанда – доказать, что степень двойки может начинаться с любой комбинации цифр. Мы сейчас просто изучим вот эту последовательность. Как она устроена, вот эта последовательность? Возьмем, про нее можно сказать, при ее изучении. Ну вот смотрите, теперь нарисуем отрезок. Нарисуем отрезок, окружность, точнее, отрезок со склеенными концами, и окружность это то же самое. Берем окружность. Здесь стоит точка единица, она же ноль. Здесь логарифм двух. Логарифм трех. Логарифм 4, 5 и так далее, логарифм 9, 5, логарифм 6, логарифм 7, логарифм 8. И вот следующий интервал, отрезочек меньше предыдущего по длине. Ну, потому что вот такое вот зрелище у нас наблюдалось. И текущий символ, и n-ная позиция цифры степени двойки управляется попадением числа n-альфа в этот отрезок. Если сюда попало, то будет четверка первая цифра, если сюда пятерка и так далее. Это на самом деле ситуация с последовательностью первых цифр степеней двойки. Что будем делать дальше? Дальше меня интересует следующая вещь, что как узнать, хорошо, допустим, меня интересует
не только текущий символ, но и следующий символ. То есть я должен знать положение n альфа на этой окружности и положение n плюс 1 альфа относительно этой системы дуг. Ну и чтобы знать данные символы текущие, я должен знать положение обоих этих точек. Эта точка, ее сдвинутую на альфа. Но изучать положение точки, сдвинутую на альфа, относительно этой системы дуг, это то же самое, что изучать положение этой точки относительно системы дуг, сдвинутых на минус альфа. Какая разница, гора идет к Магомеду или Магомед к горе? Какая разница, мы стоим, а вокруг нас все вращается, или мы сами вращаемся, а вокруг нас все стоит? Поэтому мы сделаем следующее. Мы сдвинем эту систему дуг, и получится на минус альфа. И получится новая система точек. Единица как раз попадет в логарифм 2, логарифм 2 попадет в логарифм 4, логарифм 4 попадет, кстати, в логарифм 8, логарифм 8 куда-то еще попадет, логарифм 5 попадет в единицу, логарифм 3 попадет в логарифм 6, ну вот логарифм 6 куда-то еще попадет. Ну как-то так будет. То есть возникла система точек и сдвинутая система. Тогда возникает вопрос, сколько подслов длины 2? Ответ. Столько, насколько частей разрежет система точек и сдвинутая система вместе окружности. Ну, понятно почему? Потому что если мы знаем положение относительно нашей системы, мы знаем текущий символ, а если мы знаем относительно сдвинутой системы, то мы знаем следующий символ. Если мы возьмем нашу систему и сдвинем, поэтому мы, попав сюда, если мы попадем сюда, мы получили деление точек. При переходе через любую эту точку, если мы переходим через нашу точку, меняется текущий символ, а если через сдвинутую систему, то следующий символ. Ну и на сколько частей они разделяют окружность. Вопрос следующий, что сделаем, а сколько слов длины 13? Ну надо эту систему точек 13 раз сдвинуть и отпечатать. Пускай эти красные точки, берем красную печать. Бах по окружности, потом ее повернули, бах, 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 и так 13 раз. Мы отпечатали точки, насколько дуг они разделят, ну, столько частей нарисуется. Но это такая, на самом деле, той мода, я рассказал. Самое интересное, ну, разумеется, я сейчас не школу юного олимпиадника, иначе, конечно, бы стал бы поподробнее рассказал про единичную окружность, про все эти вещи. Все-таки еще один факт нужен. Вот эта последовательность первых цифр степеней двойки, она не периодична. Кстати, почему? То есть она обладает свойством, что эта последовательность первых цифр степеней двойки не может быть никогда периодичной. Рациональный шаг, и что? Рациональный шаг. Что будет, если она периодична? Тоже олимпиадная задачка доказать, что последовательность первых цифр степеней двойки не периодична. Если она периодична, то у нее в периоде должны быть все 9 цифр. Иначе у нас на каком-то резках будет все дупло. Это все 9 цифр в периоде, конечно, есть. Потому что любые реализуются вначале. Значит, период имеет длину больше 9. Несомненно. Почему она периодична? Не может быть периодична. Может просто найти соотношение между количеством единиц, двоек и девятых. Да. Если будет, тогда будет это плохо.
А, будет соотношение между единицами, двойками, девятками, да. Если какое-то иррациональное, то... Плотности все рациональны. Да. Да-да-да-да. Вероятность падения. А с такой вероятностью начинается двойка, с вероятностью логарифма двух. Потому что точка двигается. Ну, всюду плотно и равномерно распределены, и поэтому вероятность, то есть плотность встречаемости двойки логарифм двух. А если она рациональна, то будьте уверены, будет рациональным числом. Но если периодическая последовательность. Поэтому не периодично. Ну, есть еще несколько разных доказательств. Например, плотность, соображение плотности числа каждого символа. Если уж какой-то символ... Замечательный критерий непериодичности. Если хоть какой-то символ встречается с иррациональной плотностью, то последовательность непериодична. Вроде утверждение тривиальное, но полезное. Дальше. Эта последовательность, хотя и непериодична, она обладает свойством. Есть слово «почти периодичность». Я люблю слово «равномерная рекуррентность». Что такое равномерная рекуррентная последовательность? Как раз в алгебре это тоже встречается. Для любого под слово «у» слово «W», для любого под слово «у» слово «W» наблюдается следующее явление. Для любого «у» под слово «W». Сейчас существует такая константа k, зависящая от u, что для любого под слово v длины k от u под слово v. U под слово v. То есть это что означает? Это я просто формально, для любого под слово u последовательности W найдется такая константа, что она встречается в любом куске длины этой константы. То есть если уж она встречается, то оно плотно встречается. То есть если уж что-то встретилось, то не может быть сколь угодно больших кусков, свободных от вхождения этого что-то. Первое наблюдение состоит в том, что периодическая последовательность равномерно рекуррентна. Что значит слово «равномерно»? Равномерно означает в любой достаточно большой длине. И эти длины ограничены сверху. Равномерно – это значит константа в любом куске длины k. Рекуррентно повторяется. Слово «рекуррентно» – если каждое его подслово повторяется бесконечно много раз. Рекурсия – возвращение. Слово равномерно рекуррентно, если оно хотя и не только повторяется бесконечно много раз, но еще и повторяется в каждом достаточно длинном куске. Это слово условие равномерной рекуррентности. Первое. Если последовательность периодична периода n, то она равномерно рекуррентна. Первое. Ну, утверждение неглубокое. И даже константу можно взять длину периода, длину слова плюс длина периода. Потому что, ну, это слово тоже оказывается равномерно рекуррентным. Но это связано вот с чем, что когда, если под слово длины k мы эту печать k раз провернем, получим разбиение окружности на части. И если заяц прыгает с шагом альфа, то каждую часть он попадет из любой точки не менее чем за k от альфа шагов, прыжков. Ну, грубо говоря, это можно доказать, это тоже хорошая задача, это той модель, это свойство этой бесконечной периодической последовательности. Это одномерная динамика. Ну, одномерная динамика, она интересна, но она немножечко игрушечна. Давайте я скажу про многомерную динамику. Она поинтереснее. Давайте я буду изучать не последовательность первых цифр степеней двойки, а давайте я начну изучать нечто более затейливое. Это последовательность первых цифр 2 в степени n квадрат. Это как-то поинтереснее и позатейливее.
Вот я, собственно, упомянул задачу. Задача по 13.57 – это задача турнира городов. Задача про переворот слов – это двойка пятерок. Это задача Московской городской олимпиады. Ну, за условия равномерной рекуррентности. Дальше. Про равномерную рекуррентную последовательность – какой замечательный факт. Они минимальны. Вот в каком смысле. Какова была, не была бы последовательность символов W, назовем одну последовательность символов беднее другой, если каждое под слово первый, ну, содержится во второй. Например, самая богатая последовательность, это в которой встречаются все комбинации цифр вообще. Ну, понятно, что любое подслово встретится. Есть последовательности победнее под словами. Самое бедное – это, например, периодическая последовательность. В каком смысле? Есть другая. Допустим, мы берем последовательность АБ, АБ, АБ. Каждое слово длины, каждое подслово длины N – слово, каждое подслово длины n этого слова, что мы, если мы запретим хотя бы одно слово в этой последовательности, то что будет? То тогда мы запретим все достаточно длинные слова. То есть нет, нельзя, нет последовательности, в которой меньше подслов. То есть она минимальна. Потому что и вот у нас равномерная рекуррентная последовательность, она минимальная. Если мы запретим под слово «у» в этой последовательности, то каждое слово длины «к», «а», «у» содержит запрещенное подслово. И мы его тоже придется запретить. Поэтому нет бесконечных последовательностей, в которых строго меньший набор подслов, чем в нашей последовательности W. Дальше что произойдет? Я хочу привести пример немножечко другой жизни. Теперь, есть такой факт, что все последовательности, самые бедные по подсловам, это в точности равномерно рекуррентные. Идея доказательства, если оно не равномерно рекуррентное, то есть сколь угодно длинные слова без какого-то подслова «у», можно перейти к пределу или построить. И следующий очень красивый факт, что для любого слова «у» есть равномерно рекуррентное слово «в», все подслова которого содержатся в слове «у». То есть это совершенно замечательное понятие равномерной рекуррентности. То есть в комбинаторике слов это понятие, придуманное Фюрстенбергом, это в точности слова минимальные по набору подслов, и в каждом слове, и для каждого слова есть равномерно рекуррентное слово, все подслова которого являются подсловами данного слова. Ну, я просто сказал, почему это понятие. Вот это равномерно рекуррентное слово. Есть, конечно, поинтереснее. Но вот я хочу перейти вот к изучению 2 в степени n квадрат. Ну что значит 2 в степени n квадрат альфа начинается с цифры, ну допустим, с 6. Это значит, что 6, 5 на 10 в квадрате меньше, чем 2 в степени квадрата. Что происходит дальше? Логарифмируем точно так же. Получаем, что k плюс логарифм 6.5 меньше, чем 2, n квадрат логарифм 2 меньше, чем k плюс логарифм 6.6. Вот так вот.
следует, вычитаем как. Это мы обозначаем за альфа, это означаем за бета. Здесь мы вычитаем k минус k. Получаем, что дробная часть, k это целая часть, дробная часть n квадрат гамма принадлежит отрезку альфа-бета. Только здесь n квадрат гамма. Видите, вот не n, а n квадрат. Есть такой совершенно очень забавный факт, что дробная часть, если гамма иррациональна, то дробная часть n квадрат гамма всюду кратна. Это называется левое веяние, что значение, что n квадрат гамма это плотное множество. Я приведу пример немножко. И, кстати, это очень красивый факт, есть несколько доказательств. И у меня был в 2005 году проект на летней конференции турнира городов. Посвященные доказательства. Кстати, есть очень, ну, я бы мог бы рассказать доказательства, идеи доказательства, но там вообще есть такой факт, я, может быть, прокомментирую про этот факт, что, наверное, вы знаете, наверное, я все-таки упомяну теорему, она очень красивая, что вы, наверное, есть лемма Кронекера. Она означает, грубо говоря, что если мы берем n корней из двух и n корней из трех, берем вектор из двух таких дробных частей, то он всюду плотен и равномерно распределен на единичном квадрате. Но, разумеется, я ее сформулировал в примитивном виде, лемму Кронекера, не в общем виде, а просто иллюстрацию. То есть я ее, как говорится, правильная формулировка я не дам. Понятно, что это убогая формулировка про корень из двух, корень из трех. Звучит же она так. Но ее надо сформулировать, потому что понятно, что n корней из двух и n корней из двух поделить на 5, такая, вектор из таких дробных частей, не будет всюду плотен и равномерно распределен. Потому что они друг с другом зависят. И оно звучит так. Если альфа 1 и так далее, альфа k, числа линейно независимые от q, то есть никакая по модулю z, удовлетворяющая следующим свойствам. Для любых аи рациональных, если аи альфа и сумма равна единице, равна нулю, и альфа и т для любых плюс альфа нулевое равно нулю, то из этого следует, что для любого, что все альфа и т равны нулю. И альфа нулевое равно нулю. Корень из двух, корень из трех такие. То есть это различные алгебра, числа. И вот тогда вектор из альфа и т n дробных частей всюду плотен и равномерно распределен. Это называется лемма Кронекера. А лемма Вейля – это обобщение леммы Кронекера. Она звучит так. Это лемма Кронекера для линейных многочленов. Она звучит так. Возьмем многочлены. P1 и так далее, Pk. И пускай они линейно независимы, по модулю констант и многочленов с рациональными коэффициентами.
Ну, например, тогда вектор из дробных частей P1, PK, всюду плотен и равномерно распределен. Почему я пытаюсь, например, это может быть альфа корней из двух, скажем, это может быть корень из двух n, это может быть корень из двух n квадрат, корень из трех n. Эти три многочлена линейно независимы над рациональными коэффициентами, и вектор из них всюду плотен, равномерно распределен. Это знаменитая лемма Вейля. Очень, очень глубокое утверждение про динамические системы. Это я немножко рассказал про динамические системы. Теперь, собственно, я хочу сказать про такой факт, что пускай про подслова. Про многочлены олимпиады. Пусть P от X, многочлен с старшим коэффициентом, иррациональным. Альфа. Альфа не исход. Теперь берем следующую вещь. Берем P от N в целых точках. Берем дробную часть P от N в целых точках, удваиваем, берем целую часть. Это вот что такое. Это единица, если дробная часть P от N больше 1/2. И 0, если дробная часть P от N меньше 1/2. Ну, дробную часть удвоили и сравнили с 1/2. Сейчас, да, в первую очередь n больше или равно? Ну, n больше. Давайте n больше либо равно. Я не обсуждаю границу. Нет, ну я смазываю, потому что, чтобы динамическая система, а что значит точка попала не в множество у, а на границу, и как причислять и как правильно писать определение, это важный вопрос, но я его в этих своих рассказах игнорирую. Ну, просто я знаю, как написать эти определения, просто опускаю. Получили бинарное слово WM. Это последовательность нулей и единиц. То утверждение TW от K – это количество подслов длины K. Например, TW от единицы – это будет единица, 2, ну, 2 символа, 0 и 1. А TW от 2 – тут будет 4. Все подслова длины 2 будут встречаться в данном случае. Но подслова большой длины не будет. Факт такой. TW от K всегда меньше либо равно, чем 2 в степени K. Потому что подслов длины K может быть только 2 в K. И больше никак не может быть. Такое неравенство. Это для любого. А здесь теорема звучит так. Существует такое K нулевое, что и многочлен P, ну, многочлен Q от K такое, что TW от K в точности равен Q от K при K больше либо равных K нулевым. То есть количество подслов растет в точности как многочлен. Ну, например, если этот многочлен имеет P степень 1,
то количество подслов это есть два, это будет 2s. Если же это степень 2, то там кубический многочлен. Если большая степень, вот такой факт, что количество подслов таким образом сгенерированного слова это многочлен. Но что могу сказать? Вопрос, почему это многомерная динамика? Я вроде бы говорю про одно число. Давайте я просто прокомментирую, почему это так, но на степени 2. Потому что степень 1 я рассказал, про степень 2. Про степень 2, наверное, это разумно рассказать, а почему, как делаются степень 3 и больше, это уже надо с этим больше техники, а идейно то же самое. Поэтому нет смысла рассказывать в общем виде, потому что технически это просто философски то же самое, технически посложнее. Зачем? Вот такой вот факт. Да? Давайте, причем тут дробные, причем тут многомерная динамика. Казалось бы, я последовательности одномерной смотрю, причем тут двумерие. Допустим, я хочу изучать поведение альфа n квадрат дробной части. Как она видела? Я, разумеется, хочу переходить от n к n плюс 1. Ну давайте мы потренируем изучить. Когда мы изучали дробную часть n альфа и переходили от n к n плюс 1, мы к дробной части n альфа прибавляли дробную часть альфа. Отталкивались от этого. Ну так ведь? Ну, естественный путь. Попробуем здесь сделать то же самое. Мы получаем дробную часть альфа n плюс 1 в квадрате. Что это такое? Это есть альфа n квадрат плюс 2 альфа n плюс 1. Так ведь? Ну, дробная часть. Плюс альфа, спасибо. Ага. Теперь мы сделаем, то есть я напишу это альфа на 2n плюс 1. Ну, n квадрат мы куда? И альфа n квадрат. А. Теперь смотрите. Давайте мы возьмем следующую координату. Пускай xn это есть альфа n квадрат, дробная часть. А yn это есть дробная часть альфа на 2n плюс 1. Давайте вот так напишем. Тогда xn плюс 1 есть xn плюс yn. Ну, так подобрано yn, это превращение. Нет, а если xn и yn больше 1/2? Я имею в виду вот так. По модулю единиц. Давайте я буду складывать по модулю единиц. Спасибо. Теперь дальше. Yn плюс 1. Это есть yn, так? Плюс 2, которую мы обозначим за бета. Поэтому, чтобы изучать поведение вот такой последовательности, мы должны изучать это xn плюс 1 равно xn плюс yn. Yn плюс 1. Это есть yn плюс бета. Вот такое преобразование на единичном торе, когда 0 с единицей склеены. Поэтому оно выглядит как одномерное, на самом деле это про размерность 2 задачи. То есть это... Вот, собственно, теперь давайте посмотрим на плоскость. Что тут будет? Давайте потренируемся на самом, что ни на есть, убогом примере.
давайте посмотрим пример, когда преобразование x переходит в x плюс y, y переходит в себя. Ну, давайте вот изучим такое преобразование единичного тора. И нас интересует слово. Вот прямая x равно нулю. Эта прямая x равно нулю равно единице. Ну, вот эта пара, это одна прямая, так? Вот что склеивается тор. И вторая прямая x равно 1 второй. И вот если у нас имеется наша точка xn попадает сюда, текущий символ 0, попадает сюда, текущий символ 1. Теперь мы применяем наше преобразование. Но мы обратное преобразование. Положение точки относительно этой системы прямых — это то же самое сдвинутой точки относительно этой системы прямых, положение точки относительно этой системы прямых, сдвинутых наоборот. Применим преобразование. Тогда мы сдвинем эту систему прямых и получим вот такую систему прямых. Вот так. А вот из этой прямых получится вот такая. То есть это означает 0,0, это тоже 0,0, потому что вот это и эта область одно и то же. Здесь мы ничего не нарисовали, это я просто там для красоты квадрат нарисовал. Пошли сюда, вернулись сюда, потому что тор. Здесь пошли сюда, вернулись сюда. Здесь мы получили 1,1,1,1. Здесь мы получили 0,1. Здесь 1,0. Вот область. Если мы попали сюда, то текущий символ 0, следующий символ 1. Соответственно, если мы применим это еще раз преобразование, то возникнет уже еще и такая картинка. Вот так возникнет. Потом вот это пойдет сюда. Потом вот это пойдет сюда. Это с этой прямой. Дальше что произойдет с этой прямой? Эта прямая попадет сюда, а потом эта прямая из середины пройдет сюда. И так мы будем делать это преобразование, и оно все мелко-мелко нарежется. И в каждой из этой плоскости поведение слов будет таким же. Что могу сказать? Но у нас преобразование не такое, а оно плюс бета. Когда бета равно нулю, у нас будут тройные точки пересечения. Оказывается, когда бета иррационально, никаких тройных точек пересечения не будет. И посчитать количество областей можно. Так вот, если мы сделаем эти прямые n раз, мы сделаем, посчитаем число областей, то это тот самый многочлен и будет. Вот такое свойство. И вот оказывается, что точкам одной области отвечают одни и те же подслова, а вот точкам разных областей могут не отвечать разные подслова, но если сделать много итераций, это все-таки будет. Ну вот вам образец некоторого анализа динамической системы. Ну и лемма Кронекера в Йеле доказывается, есть несколько доказательств. Ну, доказательства через тригонометрические суммы, а есть доказательства рабоче-крестьянское через наклоны, прямые, через то, как ведет себя вот такая система из анализа пальцев. Ну, тоже довольно красиво. Кстати, по кругу этого у меня был в 2005 году проект на летней конференции Тургора, где был набросок доказательства теоремы Вейля. Ну, понятно, что с лучшим. Я знаю рабоче-крестьянское для всюду плотности, но не знаю рабоче-крестьянское доказательство для равномерной распределенности. Это мне не удалось получить. Вот. Равномерной распределенности я умею доказывать. Ну, не я умею доказывать. Я подсмотрел в книжке «Неэлементарное доказательство». Это вот, ну,
мой комментарий в связи с прошлым занятием о теории чисел и динамических системах. Ну, какие? Ну и кроме того, у меня есть обзор по всем задачам, немножечко под свое видение динамических систем. Это, я не ошибаюсь, на архив.org у меня есть статья «Inverse Problems of Symbolical Dynamics». Ну, я что-то рассказал про эти задачи. Вообще, ну вот один из аспектов комбинаторики слов я рассказал. Есть, конечно, алгебраические аспекты комбинаторики слов, о которых, ну, это я тоже хочу рассказать. Давайте посмотрим сейчас по времени, я скажу, что я могу расскажу про за эти полчаса расскажу немножечко про алгебру. Это динамика. Есть еще задача. Давайте я начну с такого утверждения, которое выглядит немножечко странновато, Хорошо, начну с такой проблемы. Я рассказывал про проблему Бернсайда, и теперь немножечко, есть теорема проблема Бернсайда. В группах я рассказывал. Ну, кто что сделал на прошлой встрече, что если группа xn не равна единице, то такая группа иногда будет конечна, иногда будет бесконечна. Ну, если есть такое тождество, xn не равно единице для любого x и образующих x1, x2, ну, xk. То есть все выражается через эти образующие. Тогда если у нас имеется такое тождество, если n равно 2, то группа конечная. Это легкое упражнение, потому что тогда она Абелева. Если n равно 3, это упражнение, это сложная олимпиадная задача, но не более того. N равно 4, проблема, стоявшая 20 лет. n равно 6, проблема, стоявшая 50 лет. То есть потом, когда n равно, было доказано, что если n нечетное число больше 661, то тогда такая группа бесконечна может быть. Недавно Адян доказал, что если n нечетное число больше или равно 101, то такая группа тоже может быть бесконечной. Вот такое странное явление с этими. Но я просто про Бернсайда немножко рассказывал. Я в прошлый раз рассказывал, и тут, наверное, прям по малым сокращениям. Теперь, что проблема в кольцах? Корж поставил вопрос. Допустим, в кольце есть тождество. Поставлено xn равно 0. Ну и образующих, скажем, x1, x2, xk. Верно ли, что кольцо будет конечномерным? Или верно ли, что это кольцо будет нильпотентным? То есть существует такое константа n,
что x и 1, x и n равны нулю для любых x и 1, и так далее, x и n. То есть все произведения длины n будут равны нулю, и кольцо будет асимптотически тривиальным. Вот верно, что из такого тожества следует такое. Ну, если n равно 2, то неудивительно, что следует. Ну, давайте посмотрим, выведем это. Пускай x квадрат равно 0, да? Пишем. Тогда x1 плюс x2 в квадрате тоже равно 0. Так? Ну, тогда, тогда x1 в квадрате плюс x1 и x2 плюс x2 и x1 плюс x2 в квадрате тоже равно 0. Так? Ну, я просто раскрыл скобки. Х квадрат равно нулю, значит, х1 в квадрате 0. Значит, вот это 0. Значит, х1, х2 плюс х2, х1 равно нулю. Из этого следует, что х1, х2 равно минус х2, х1. Да? Теперь ясно, что любое слово длины больше, чем число образующих, нулевое. Взяли слово, так? Там, допустим, два раза встретилось x и t. Но если длина его больше, чем число образующих, то два раза x и t встретилось. Ну, с помощью вот этого равенства мы берем его и переставляем. Ну, пускай стоит x и t, xg t. Заменяем на минус xg t, xy t. Сближаем, сближаем, сближаем. Сблизили. Появился квадрат, 0. Ну и все. Это конец, так? Это несложно. Если x квадрат тождественный 0, то тогда любое достаточно длинное слово тоже равно 0. Что будет, если x куб равно 0? Ну, это поинтереснее. Ну, на самом деле, посложнее. Это тоже верно, но это посложнее. Но тут-то все совсем просто. Если куб равно нулю, конечно, из этого следует, мы можем. Или есть xn равно нулю. Тут есть две версии. Первая версия n ограничен. Вторая версия в степени n от x равно нулю. Пускай каждый элемент нильпотентен, степень каждого элемента равна нильпотенте, но степень зависит от x. Голод и Шафаревич в 60-е годы придумали контрпример. Они доказали, что есть слово не нильпотентное, то есть сколь угодно длинные ненулевые произведения, и всего лишь две образующие x и y, всего-то. И тем не менее, степень каждого элемента 0, то есть такое чудо в перьях нашли, что степень каждого элемента 0, правда, степень зависит от элемента. Есть сколь угодно длинные ненулевые произведения, образующих всего лишь две. Сейчас, а сколь угодно длинные ненулевые произведения образующих элементов? Ну, если элементов любых, то и образующих тоже. Какая разница? Потому что любой элемент умножаем через образующие, раскрываем скобки. Ну да, нет, но обратное. Обратно что? Обратно. Ну. А образующий частный случай любого элемента. Ну, нет, ну сейчас мы доказываем, что любого элемента или что образующего. Доказано, что есть сколь угодно длинные произведения образующих. Но сколь угодно длинных произведений элемента самим собой не нулевым не может по определению. Сколь угодно длинные произведения образующих, ну или существует сколь угодно длинные произведения. Если существуют сколь угодно длинные произведения, то существует сколь угодно длинные произведения образующих. Что они равны нулю. Но только тут потребовалось, чтобы n зависело от x.
Я хочу сказать, что из этого примера сразу последовал пример периодической два порожденные группы с таким, если мы же можем, давайте я из этого факта выведу существование группы G от двух образующих А и B, такая, что для любого G из G, G в N равно единице, существует такое, N, в степени N от G. Но, к сожалению, я должен писать N от G. Это хуже, чем Новиков-Адян. У Новикова-Адяна универсальная константа, а здесь N от G пишу. Понятно, что это более слабый результат, но он был и аккуратно получен раньше Новикова-Адяна, и доказывается проще. Я выведу это из такого факта, что вот это существует, только я возьму кольцо такое, с тождеством 2x равно 0. То есть кольцо над Z2. Оказывается, существует кольцо над Z2. Ну, кольцо с таким тождеством. X плюс X равно 0. Но это по модулю 2. Чтобы было X плюс X равно 0, и X в степени N от X равнялось 0. Давайте я построю для этого кольца пример. Как такую группу строить? Вот у нас есть кольцо R, ринг. Присоединим к нему единицу, которого, конечно, в этом кольце нет. Но не может быть в таком кольце единицы, потому что тогда что такое R на степени единицы? То есть рассмотрим множество элементов вида R и единица плюс R. Ну и правило умножения. R и T. Rg это в кольце умножается. Единицу умножить на rt равно rt на единицу равно rt. А единицу плюс rt умножить на, скажем, единицу плюс rg. Раскроем скобки по дистрибутивности и получим то, чего диктует здравый смысл. То есть единица плюс rt плюс rg плюс rt rg. Ну, понятно, что значит к кольцу присоединить единицу. Ну, такая операция. Получается новое кольцо. Ну вот, стандартно. Теперь мы сделаем следующее с этим кольцом. Рассмотрим единица плюс А и единица плюс Б. Так? Это такие элементы. Прежде всего я хочу сказать, что единица плюс А обратима. Давайте я докажу это. Кстати, ну с какой стати единица плюс А обратима? Давайте я единицу плюс А возведу в квадрат. Это есть единица плюс 2А плюс А квадрат. Так. 2А равно нулю. Это единица плюс А квадрат. Теперь берем единицу плюс А, возведу в четвертой степени. Это есть единица плюс А в четвертой. И единица плюс А 2В есть единица плюс А в 2В. Мы знаем, что А в катере равно нулю. К зависит от А. Тогда пусть 2В больше, чем К. Тогда единица плюс А в степени 2В будет равно единице. Ну, из этого, кстати, следует, что единица плюс А обратима. Обратно есть единица плюс А в степени 2В минус 1. Thank you.
И кстати сказать, для теперь. Ну давайте мы возьмем некоторое слово. Единица плюс А на единицу плюс Б. Что это такое? Это есть единица плюс А плюс Б плюс АВ, так? Это какой-то элемент кольца Z. Так? Ну, А плюс Б плюс АВ. Про этот Z мы знаем, что он нильпотентен, что его степень равна нулю. Значит, единица – это единица плюс Z. Единица плюс Z – значит, 2 в катой равно единице. То есть мы получили, что каждый элемент периодичен. Ну, поражение, ну, все произведения – это единица плюс А, единица плюс Б. А если, следует ли из этого, что почему она бесконечна? А грубо говоря, потому как, почему кольцо бесконечно. Это тоже можно проверить. Что когда мы вот так манипулируем, будут возникать сколь угодно длинные произведения, что там чуть-чуть аккуратнее посмотреть. Это конструкция Голода-Шафаревича. Есть на кафедре алгебры Евгений Соломонович Голод, это его знаменитая конструкция. Так что проблема Берсайда для колец связана в группе. Но, тем не менее, в отличие от групп, если n равномерно по всем x, если такое тождество, n степень элемента равна нулю и образующих 2, то тогда любое произведение достаточного числа образующих равно нулю. То есть как бы ситуация меняется, когда n становится равномерно ограничен. Это совсем другой мир, если n меняется. И вот я сейчас попробую. Вообще есть целый набор задач типа проблем Бернсайдовского типа. Сказать это комбинаторную задачу. Почему это так? Это была проблема Порша. Ее решили западные люди. Западные доказательства были непонятно какие. А вот Шершов придумал знаменитую теорему о высоте. Давайте я ее сформулирую так. Вот сначала олимпиадная задача, которую я дал на отборочном туре, и получил три разных решения. А задача такая. На бесконечной линии напечатаны цифры от 1 до 9. Тогда справедливо одно из двух утверждений. Либо можно взять ножницы и сделать кат, вырезать 10 стозначных чисел, идущих в порядке убывания. Это число x1, это число x2 и так далее, это число xn, x10. Либо можно так сделать, либо какая-то комбинация цифр, какое-то слово, повторится 10 раз подряд. Сейчас, можете еще? На ленте напечатаны цифры от 1 до 9. Ноль не печатаю, чтобы исключить разговор, начинается ли число с нулем или нет. Из этих соображений про ноль не напечатаю. Тогда альтернатива. Либо можно взять ножницы и вырезать из этой ленты 10 чисел. То есть самое левое вырезанное, самое большое. Это поменьше. И вхождения не перекрываются. То есть либо можно выбрать самое большое, потом следующее. Либо можно найти подслово длины, кстати, не выше 10, которое подряд повторится 10 раз. Обязательно значные числа не должны идти подряд. Не обязательно. Ну как, из ленты мы вырезаем что-то, картинки. Ну вот скажем, у вас есть любимая книжка.
А картинки вы нравитесь еще больше. Вы берете ножницу и вырезаете картинки из книжки. Ну, наверное, будут пустые места, вы там, между ними будут пробелы там. Ну, соответственно, ну просто нельзя, ну если уж две перекрываются картинки, то обе вырезать не получится. Что либо одну испортите, либо другую. Ну, если они перекрываются. Поэтому тут надо сделать так, чтобы вырезать такие куски, чтобы они не перекрывались. Самый левый, самый большой, потом следующий, потом следующий, потом следующий. То есть альтернативы. Либо вырезаются 10 кусков в порядке убывания, либо какая-то комбинация букв повторится 10 раз подряд. Я ее дал школьникам на отборочный тур, получил несколько решений. Одно из решений было точной копией статьи в сибирском математическом журнале «Опыт». Вплоть до обозначения совпадения. Прямо система антиплагиата поймала, но школьник заведомо не читал эту статью. Я не знаю, почему такое происходит. Вплоть до обозначения. Ну просто, наверное, логика размышления у людей совпадает и что-то обнаруживается. Да? Уж заведомо. Заведомо было видно, что... Теперь, какое отношение это имеет олимпиад? Понятно, формулировка задач. Отборочный тур. Вот, казалось бы, комбинаторная задача. Либо 10 слов вырезается, либо комбинация цифр повторяется много раз подряд. Давайте я попробую сказать, какое имеет эта задача к этой проблеме. Она лет 20 или 30 стояла в теории колец. Потом Ширшов ее решил. Ее решил Ширшов, ну и западные люди ее решили, развив какую-то теорию. Но доказательство Ширшова, оно очень элегантно. Допустим, давайте начну с того. У нас есть тождество x квадрат равно нулю, так? Из него следует x1, x2 плюс x2, x1 равно нулю, так? Ну это я доказал. Допустим, есть тождество x куб равно нулю. Тогда из него следует другое. x1, x2 тогда из него следует такое. x1, x2, x3 плюс x1, 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 x3, x2 плюс и так далее, сумма всех шести членов по перестановкам равна нулю. Давайте просто я выведу. Ну, например, из этого следует... Ну, почему? Берем x1 плюс x2 плюс x3 в кубе. Что это такое? Там, где будут повторяться одинаковые индексы, там, потому что квадрат равен нулю сократится. Там, где... Квадрат не равен нулю. Okay. Смотрите, будет сумма кубов ясно? Да. Это то, что получится. А еще будет вот что. X1, X будет члены такого типа. X1 в квадрате X2 плюс X1, X2, X1, так, плюс X2, X1 в квадрате. Так. И такое по всем парам будет. X1 в квадрате X2, X1, X2, X1. Вот такое. Вопрос, почему такое 0? А мы берем x1 плюс x2 в кубе. Это что такое? Это x1 в кубе плюс x2 в кубе, так? Плюс такая штука с x1, x2, x1. Ну, я имею в виду плюс, соответственно, x1 в квадрате x2 плюс x2 x1 в квадрате. Да, только троечки. Троечек не будет. А троечки. В коммутативном случае будет тройка, они все соберутся. Плюс, соответственно, x2
x в квадрате x1, ну то же самое для x2. Что будет, если мы x1 и плюс x2 плюс x3 возведем в куб? Наблюдается сумма кубов, так? Наблюдается вот этот член. И наблюдутся промежуточные члены у пар. Причем у разных пар эти промежуточные взаимодействия будут разные. Потому что член x1, x2, x1 при паре x2 плюс x3 в кубе наблюдаться не будет. Ну вот поэтому x1, x2, x3, вот эта сумма равна нулю. В общем случае я напишу поляризационное тождество. Есть такой факт, что сумма x в степени n минус сумма x1 и так далее, ну, плюс x это крышечка плюс xn в степени n, сумма по n. То есть я один из членов пропускаю. Крышечка означает пропущен. Плюс сумма x1 плюс x это с крышечкой плюс x это с крышечкой плюс x это в степени n. То есть вычел сумму без одного, прибавил сумму без двух, вычел сумму без трех и так далее. Конец будет таким, что сумма минус 1 в степени n, сумма x1 в n плюс так далее xn в n. Все это безобразие равно сумме по сигма x сигма от единицы, x сигма от n. Это ученый способ записать такую мысль, что мы берем все произведения x, каждый по одному разу, во всех возможных порядках, и результаты складываем. Ну, понятно, что из этого следует, что если есть тождество xn равно нулю, то вот такое произведение тоже равно нулю. Это называется поляризационное тождество. Ну, я мог бы его написать. Кстати, хорошая задача. Это дело доказать. Очень полезно, развивает алгебраическую интуицию. Такое знаменитое. Это называется поляризация. Это называется тождество. Ну, хорошо. Так что вот это тождество xn равно нулю. Вот берем тождество xn равно нулю. Такое тождество. Если из него следует такое тождество, что x сигма, x, я его запишу так, x1 и так далее, xn, есть сумма сигма не тождественна, x сигма от единицы, x сигма от n со знаком минус. И из него следует вот такое. Вы скажете, а при чем тут та самая олимпиадная задача? А вот при чем. Назовем слово. N разбиваем. Если можно указать набор подслов V1 и так далее, Vn, таких, что V1 лексикографически больше V2, больше Vn. Или иными словами, его можно представить в виде W0, V1, Vn. И эти подслова V2 идут в порядке убывания. Это больше этого лексикографического убывания. То есть это будет стоять позже в словаре. Чем это замечательно? Что если этих друзей не тождественно переставить, все слово уменьшится. Понятно почему?
Потому что если это самое большое, и мы что-то поставили на это место, то все слово уменьшилось лексикографически. Значит, мы его не можем трогать. Если значит, W2 самое большое из тех, что мы трогали. Но если мы что-то поставим на место W2, то все слово уменьшится. То есть есть слово, а у нас вот такое равенство. Это значит, что вот этот член, есть линейная комбинация членов, у которых эти индексы переставлены. То есть его можно уменьшить. Представить эти комбинации меньших слов. Понятно? Сейчас можете еще раз повторить? Смотрите, слово называется n-разбиваемым, если его можно вот так представить. Вот какое-то начало, которое мы смотрим, потом кусок самый большой лексикографический. Следующий фрагмент будет поменьше. Следующий момент еще поменьше. Чисто лексикографический. В чем свойство n-разбиваемого слова? Любая перестановка этих W-шек уменьшает его порядок. Вот заявление я делаю. Ради чего определение? То есть весь сыр-бор только ради этого. Ради этого заявления, что перестановка уменьшает порядок. А смысл уменьшает порядок? Степень лексикографическую. Ну вот, все слова мы упорядочены. Сначала первые буквы, потом сравниваем. Вот пусть слово n-разбиваем. Пусть оно в таком виде. Если мы W2 меняем местами с W1, что происходит? W2 меньше, чем W1 лексикографически. Значит, W2 W1 меньше, чем W1 W2. Значит, любая перестановка, где WI идет на позицию W1, уже меньше. Смотрим те, на которых W1 не меняется. Да, это самая большая получается. Да, это самая большая. Все, больше ничего другого заявления не сделал. Предположим, что у нас есть такое тождество. X1, Xn – это сумма иксов, но переставленных. Тогда W1 и так далее Wn – это сумма W-шек, но переставленных. Значит, эту штуку можно представить в виде линейной комбинации меньших. Вот это слово в алгебре, если есть такое тождество, можно уменьшить. Переработать линейную комбинацию того, чего поменьше. Ага, понятно. А вот та самая олимпиадная задача говорит, она же теорема Ширшова о высоте, что если мы приплыли, мы же в конце концов приплывем, уменьшать дальше не будет возможности, то n-разбиваемости не будет. А тогда слово кусочно-периодично. Оно режется на h кусков, h зависит от числа букв в алфавите от n, но не от длины слова. А каждый кусок периодичен с периодом меньше n. Поэтому если слово длинное, но когда мы вот так переработаем, мы получим кусочно-периодическое слово, и какой-то период отложится слишком много раз. N, ну, поэтому, собственно, xn равно нулю в конечномерных алгебрах влечет непатентность. Вот такое доказательство. Это придумал Ширшов. Это он, кстати, создатель перед собой школы в Новосибирске. И кто-нибудь ходил на Шестакова и Мирбаева? Ну, на Аржанцева, извините. Да. Ходили. Шестаков – ученик Ширшова. У Мирбаев – ученик Шестакова. Это я из... Так, Зельманов, который философский лауреат, ученик Ширшова. Ну, он ученик Ширшова в опыте, но в опыте ученик Ширшова. За что философская премия Зельманова? Мы берем, что существует группа от образующих 1 АН
и с тождеством xn равно единице. Такая группа может быть окантая. Такая группа может быть бесконечна, если n большое. Да. Но у нас беда со временем совсем беда. Все, я скажу, что доказал Зейнберг просто этим кончиком. Он доказал, что среди всех конечных групп с таким тождеством, с фиксированным набором образующих, есть максимальное. За что и получил философскую премию. Ну вот, я из каких мыслей это все сделал. То есть время уже кончилось. Да. Хорошо, спасибо.